Сегодня в мире более 300 миллионов человек говорят на русском языке. Как овладеть им в совершенстве? В Курске стартовала третья международная научная конференция «Язык, литература, ментальность. Разнообразие культурных практик». О том, что происходит в современном мире с великим и могучим, узнал Игорь Киселев. Филологи, культурологи, переводчики лучших российских и зарубежных университетов и курские студенты собрались вместе, чтобы обсудить актуальный вопрос. Как привлечь внимание молодежи к собственной речи? Уникальная возможность есть для студентов лично задать вопрос авторам учебников и методических изданий. Пообщаться с теми, кто определяет современные тенденции в языкознании. Когда студенты выходят из конференц-зала и говорят, а это тот самый Копров, чью вот вчера мы на лекции писали работу. Да, это тот самый Копров. А это тот самый Прохоров, да, это тот самый Прохоров. Это расширение и студенческого кругозора, но, конечно, это и представление об уровне университета, когда в университет приезжают маститые ученые и общаются со студентами напрямую. Великий и могучий, он не стоит на месте. Русский язык постоянно развивается, появляются неологизмы, заимствуются иностранные слова. Когда старшее поколение говорит, что раньше говорили правильно, а теперь говорят неправильно, ну, вот я вспоминаю, что для моего дедушки всегда мой папа говорил неправильно, для моего папы я всегда говорил неправильно, а мои внучки для меня говорят просто ужасно. Поэтому все развивается нормально, так оно и должно развиваться. Тем не менее, правил в русском языке никто не отменял, и каждый уважающий себя гражданин нашей страны обязан говорить грамотно. А что значит грамотно, участники конференции будут обсуждать до 25 мая. Игорь Киселев, Владимир Придворов, телеканал «Сеим».